Привет всем. Хотел бы с вами поделиться своим опытом. Это Mazda 2, конец 2009 года. Хотел бы вам рассказать. Ситуация такая. Уже, причем, не первый раз наслышан на этом. Машина, короче, иногда поддергивает. Иногда ошибка вылазит такой. Как бы звездочка и посредине вопросительный знак подтраивает, иногда вообще может потерять мощность. И короче, смотрите, ситуация в том, что выкидается диагностику показывает по форсункам, бывают такие проблемы, но весь прикол в том, что это не в форсунках. Бывает, конечно, может быть и в форсунках быть проблема, но в моем случае, и на котором я наслышан, это у них как бы болячка, это вот в этом подключении. Он подключается, бывает, что вот этот замочек ломается или что-то, он отходит и начинает коротить форсунки и не работать. В моем случае еще попадание воды, естественно, пробивает саму подачу и иногда подтраивает. Все это дело все зачистим, поставим. Я немножко изменю это крепление, переделаю, сделаю получше. Но смотрите, сначала вот это крепление, если у вас подтраивает Mazda 2, это 1.4 дизель. Вот. 70 лошадиных сил, 69 или что-то такое. Смотрите всегда сначала вот это подключение, а потом смотрите, вот не затекло ли водой там форсуночки. Вот и все.